Всем привет! Сегодня 12 февраля 2021 года. 12 часов, минут 10 первого дня. На улице 24. Мне сейчас показал градусник по выходу из дома. В общем, что я сюда пришел? Просто показать вам, что и у нас в городе можно проводить выходные нормально, на природе. Хорошо покататься на коньках, покататься с горок. Можно сказать, парк народный находится почти в самом центре города Нижнего Тагила. Все это недорого встает. И очень весело. Занятие для любого возраста. Вот зашел на каток. Коньки в прокате. Стоимость, сами видите, какая. Размеры от 34-го вроде бы. Точно не скажу, 33 или 34 минимальный. И до 46 максимального. То есть даже мне, взрослому большому дядьке, и то подойдут. Несмотря на прошедшие снегопады, тут чистится все, дорожки. Ну, хотелось бы, конечно, получше, но не каждый день так чистят. Может, сегодня еще и почистят. Но, по крайней мере, довольно-таки чисто, не завалено снегом. Каток заливается, чистится, заливается, все обновляется. Кстати, немножко разбираю, скажу, что лед довольно-таки неплохой, хороший. В общем, приходите в ближайшие выходные, в субботу, воскресенье. Обещают потепление немножко, уже не 24-25, чуть-чуть выше 20 градусов. Думаю, самое то покататься. Подход к катку идет с улицы Фрунзе и со стороны М-Видео, ну, Мегамарта, торгового центра, вход в огражденную территорию. Там можно в тепле одеть коньки, вернее, платить, одеть, выбрать размер, все нормально, подготовиться уже выйти на улку. Ну, кому места там не хватает, рядом стоят скамеечки. Тоже удобно одевать. Ну, заодно посмотрите на последний дом по улице Ветеринарной. Вроде так она называлась. Который скоро разберут. Вот он. Видно, хозяева договорились с администрацией города или как-то там что-то. Не знаю подробностей, не скажу особо. Для ребятишек, тем, кому интересно полазить везде, все вот это работает. Ничто не закрыто. Все чистится, все убирается. Есть качели, карусели, лазилки всякие, прыгалки, скакалки. Кстати, за вот этой штукой горки. Стоимость горки, там написано безлимит. Никого нету. Ну, наверное, чуть... с 12 часов дня, то есть сейчас должны открыть. Но я уже туда не пойду, там ценник висит. Приходите, можете даже без бублика, бублики дают. По времени не ограничено, там ограничена территория только, на которой стоят деревянные горки, залиты хорошо. Притом не одна, вот, которую видно, а несколько их там. Три или четыре довольно-таки нормально по размерам. В Тагиле больше, наверное, таких уже не осталось в данный момент времени. Потому что ледовый городок уже разобрали. Ну и стоимость катания на этих горках, бублики бесплатно, только войти на территорию. Безлимитно, без ограничения по времени. На одного человека 300 рублей. На двоих вроде 500, а на троих уже 600. Довольно-таки недорого, я думаю. Находись хоть целый день, катайся. Там прокат электросамокатов, но это видно летом. Ну и забегал... тир страйкбольный. Там я цены не смотрел. Качели вот качаются. То есть в любой одежде на такие можно садиться. Можно не переживать, войдешь, не войдешь. Туалеты. Кому уж сильно приспичит. Это веревочный парк. Зимой, я так понял, он закрыт. Три маршрута. У всех разные цены. Вот здесь распечатка. Ну, снег, обледенение. То минус 25, то вообще плюс 3 у нас тут в течение недели. И обратно ниже 25. Так что лед. Правильно сделали, что закрыли. Именно вот этот аттракцион. Потому что неизвестно, с какой высоты вот там можно шлепнуться, если заледенеет. Ну, с другой стороны, вход в парк с улицы, с Красноармейской. Там фотозона у нас маленькая стоит. Сердечко я ловлю. Парк народный. Можно пофотографироваться, показать кому в других городах. Ну, мы сейчас пойдем вот туда, вот, вправо. Ближе к трамвайному мосту на улице Фрунзе. Напротив нас кафе «Венга». Очень хорошее. Ну, потихонечку продвинусь вот туда. Так у нас идет улица Циолковского.
прям по ней, вот за этими пятиэтажками, ой, вот за этими девятками, стоит Нижнетагильский металлургический комбинат НТМК. Я живу тут рядышком, у меня как раз окна в ту сторону выходят. Имел глупость сфотографировать в окно, как выглядит в ясную солнечную погоду НТМК при минус 28 градусах на улице в 5 часов вечера. Жуткое зрелище, там дымы всех расцветок, всех раскрасок шли в сторону вагонки туда. Почему имел глупость? Да потому что, выложив эти фотографии в соцсети, сразу же куча комментариев. Такого нету, да такого не может быть. Но у меня следующий вопрос таким комментаторам. Ребята, вы час осмотрели в ту сторону? Сегодня вот смог видно. Вот как раз он идет туда. Сегодня юго-восточное, по-моему, направление ветра. Ну да, вот труба котельная в центре города. В мою сторону немножко дует как раз. Это вы, кирпичный. Поэтому здесь не видно ни труб, ничего. Дальше этих девятиэтажек нифига не видать. И те, кто говорят, что воздух чистый в Тагиле, внимательно присмотритесь. Да даже не внимательно, что здесь не белый туман, не белый, как многие говорят сейчас модно, это пар. Тут паром, туманом не пахнет. Ну да, небо затянуто. Но почему серо-коричневое-то? Оттенок коричневого, этого туманного, этого пара. Тоже интересно знать бы. И да, группа ВКонтакте Тагил Сити вроде называется. Они каждый день за меры воздуха проводят. Почти каждый день по какому-то показателю идет сумасшедшее превышение. Почти каждый день. Но надеюсь, когда вы сюда придете, в эту сторону дыма, пара, не будет испарений вот этих вот, которые думают, что им дышать можно полной грудью. Ну и потихонечку подойду к этому мосту. Там уже уточки прикормлены, которые зимуют у нас в городе на реке Тагил. Их все кормят. Покормлю немножечко и пойду домой. Вам я не буду показывать, я покажу только одних уток. Чем и как я их кормлю? Да горохом. Хлеб не рекомендуют. Не то, что нельзя, его просто не рекомендуют. А горох, пшено, ячмень, овес, все это не особо дорого стоит. Почему бы не взять и накормить? Не помочь братьям нашим меньшим пережить такую суровую зиму у нас в Тагиле. Особенно суровую по сравнению с прошлой зимой. Снега, как сами видите, хорошо поднавалило в этом году. Покажу вам немножко уточек. Не забываем подписываться на канал. Всем пока!